краткий обзор будет после. А сейчас вот дом. Это уже новая терраса. Немножко здесь все поменялось. И сейчас можно будет посмотреть, как выглядит септик спустя год. После того, когда его сделал, запустил. Единственное, что сейчас, наверное, не буду открывать крышки. Может быть, я открою, посмотрю. И остались только крышки. Вот так вот выглядит септик спустя год. И не скажешь, что здесь септик. Никакого запаха, ничего нет. Крышки. Будет увидеть, кстати, ну, в ранних видео вся раскопка, кусты, кусты, все, ничего не было, пахнет травой. Воду, конечно же, использовал только био препараты, шампуни. Сейчас стало видно. Окей, теперь можно будет посмотреть обзор после этого видео, как все происходило поэтапно. Время, за которое я сделал септик, если не считать потраченные другие работы, это 10 дней. За 10 дней можно собрать вот такой септик, который будет видео после, и увидеть поэтапно. Да. Окей, всем приятного просмотра. Я познакомлюсь. Два и два глубина. Если интересно,
вот что мы здесь делаем. Привезли щебень. Вот такая штука. Здесь будет бетон мешаться. Здесь копаем. Это Руслан, скажи привет. Подготавливать под фундамент. Приборы, все дела. Там речка. Такие вот дела. Будем сейчас трамбовать, спускаясь к нему. Будем вытаскивать трамбовку. Цепляем трамбовку и ушла. Вот канализация пошла аж. Вкладывать все это сюда, мешаться раствор. Я весь этот кирпич сношу сюда. Это шланга для воздуха. Будет укладываться рядом. И аж туда. Делаем краткий обзор. Наполовину готового септика. Здесь будет 1, 2, 3, 4, 5 камер. Первая камера — это первичная, в которой сливается, ссыпается. Все, здесь в середине происходит аэрация.
Это трубочка для аэратора пошла. Заканчивается септик. Как он работает? Это первая секция. Отсюда идет трубка с аэрацией воздуха. Это сточные воды попадают в эту секцию. Здесь обрабатываются бактериями. Собирают специальный ящик с ёшками. Живут бактерии. Отсюда вода попадает сюда и переливается в эту секцию. В этой секции уже с аэрлифтом вода засасывается обратно, перекидывается сюда. И так вот она зацикливается. А это уже секция, которая просто отстаивается, и через нее уже выливается чистая вода. Так, финальная стадия закупки септика. Вот так вот он получился. И туда будет у нас уходить уже чистая вода. И здесь будет уже расти салаты, какая-то трава, которая уже финальная такая. Теперь вот такой вот он внутри. Еще небольшая работа у нас стоит вот в этой секции. Это первая приемная секция. Честная через аэрацию. Потом попадает в еще одну его секцию. Отстаивается и лифтом поднимается, возвращается обратно. И излишек уже выдает стоимость. Через низ перетекает. Да. Здесь уже идет переработка в этой секции без кислородной, без аэрации. Но отсюда со дна поднимается вся илистая вода, если там какая-то накапливается, и возвращается, обратно в эту секцию. И так вот этот цикл закручивается. А отсюда, вот отсюда уже поднимается чистая вода, которая вообще не нужна. Здесь чувствуется один фильтр и вытекает уже обычная вода. Вот это вот биосептик. Еще немножко осталось его наварить. Это трубка у нас тут аэрации. Сегодня вот будем получить фотку канализации полностью. А вот идет у нас септик уже зарытый, трубки зарыты, осталась крышка. Вот. Значит, вот так вот он выглядит. Здесь перепад, наверное, 1-2 метра. Сейчас покажу выход. Так вот. Сделали вот такие вот камни, и вот там выходит уже чистая вода. А здесь будет уже растение. Ну, пока не всегда в таком виде, но это будет выглядеть вот так. Thank you.
положена балка, которую оттуда убрали. Мы ее сделали, но она аккуратно легла. И здесь уже будет кольцо. Кинули балку вот здесь, под кольцо, потому что в воздухе висело. Вот эту балку поставили и такую вот арматуру. Это вырезается, метровое кольцо. И вот так вот оно будет у нас два люка. Еще и будем пеноплекс, по-моему, 2,5. Кольцо где-то, наверное, десятка, да? Точность наших расчетов это просто сантиметр. И 1 сантиметр вниз тоже очень плохо. И когда оно идет вот так вот, как вот у нас сейчас, это просто ювелирное качество. Руслан, подтверди мои слова. Ставил крышки, внизу еще не выпилил. Как это выглядит? Я хожу на нем. Такая вот крышечка получилась, утепленная. Поднять на 15 сантиметров колечко, 2 кольца. И здесь уже будет люки на высоте. А тут засыпется уже земной грунт. То есть будет просто 2 кольца. И все. Остальное земля. Будет гарно. Так красиво. Септик перед засыпкой получился. Здесь сантиметров 18 вот это кольцо поднято. Они были на уровне. Ну, короче, это не работало. Подняли вверх, залили. Все, теперь столяжет земля. И вокруг просто будет все красиво. Запустил систему
Работают аэролифты. Наполняю сейчас емкость. Так вот работает первая камера. Это все аэрируется. Это возвращается с одной камеры. Это с этой со дна поднимается. И здесь будет стоять ведро. До низа. Здесь 63 метра от дома я отвел ее. И вот так вот она у меня работает. Значит, так. Видишь? Вот эти краны, там снизу все засасывается за счет воздуха и выплевывает вот сюда давление. Тут вытекает лишнее, туда заливается. И так вот эта вот вода циркулирует вот здесь вот, отстаивается все.